Знаете, в ваших интернетах, любимых, помню... Они не любимые, я имею в виду, что вот по кино они... Ну, вы их упоминаете постоянно, мы от них деться не можем. Нет, ну с этим ничего не поделали. Была целая волна такая, когда другой уехавший артист, кстати, тезка Панина, Серебряков, он сказал, что наша идеология национальная является хамство и что-то такое. И очень много было... рассуждение, что вот зачем вы режиссеры, его снимаете, потому что вот он так русофоб. Разве позиция личности какой-то должна отражаться на каких-то профессиональных аспектах? Разве вы, как режиссер, учитываете настрой того или иного актера, когда приглашаете, когда делаете кастинг, приглашаете, вы думаете о том, как он относится к там, хэштегу «Крым наш» или это? Наверняка ведь нет. Нет, с этой точки зрения нет. То есть вы считаете, что это неправильно? И подход, ну, я могу сказать, я тоже высказывался по этой теме, я не приемлю эту позицию, и хотя я считаю, что, ну, понятно, что Хамов... Да, хамы есть, но если бы он сказал, слушайте, у нас вообще-то много, но как бы получалось его высказывание по поводу всех, но я не считаю себя, что я хам. Я не считаю вас. Но это неудачная формулировка. Но если неудачная формулировка, то, по идее говоря, нормальный человек должен извиниться и сказать, вы знаете, вы неправильно меня поняли. Я не имел в виду тотально всю нацию, я имел в виду, что ну да, кто будет спорить, что это есть. Но в конце концов, я не в том смысле, что лишать его работы как-то и такое. Но я могу сказать однозначно, если бы он это сказал в Голливуде про Америку, у него не было бы шансов вообще. У него не было бы шансов вообще. Не просто не было бы, его бы просто уничтожили. Его бы просто уничтожили. С ним было бы то же самое, что произошло со Трейси. По другому поводу. Кевин Спейси. Кевин Спейси. Замечательный артист. На мой взгляд, покруче. Понимаешь, которого практически уничтожили, его вычеркнули из американского кино, и фактически это там эти вещи не проходят. Это надо сказать, у них это... Все-таки не это. В чем-то, если мы говорим про киноиндустрию, в чем-то мы значительно лучше Голливуда, получается. Ну, гуманнее. Гораздо гуманнее. Нет, там это я могу однозначно сказать, что это, то, если бы он заявил такое про Америку, все, его карьера была бы перечеркнуто навсегда, и он бы никогда не поднялся.